Жак Маритен был французским католическим философом. Воспитанный протестантом, он был агностиком, прежде чем перейти в католицизм, католичество в 1906 году. Автор более 60 книг. Он помог возродить изучение Фомы Аквинского для современности и оказал влияние на разработку и составление всеобщей декларации прав человека. Интересы и работы Маритена охватывали многие аспекты философии, включая эстетику, политическую теорию, философию науки, метафизику, образование, литургию и экклезиологию.